5 марта состоится торжественная церемония вручения третьей региональной общественной премии «Щит и Роза» лучшим сотрудницам правоохранительных органов Южного Урала. Мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня 8 марта. Акция проходит при поддержке губернатора и правительства области. Учредитель премии и организатор – Челябинская ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации.